Всем привет! У нас обед. Наши хаси отдыхают под сплит-системой. Джессика. Вот она спит. Джесси. Встань, скажи. Жарко, очень жарко. У нас где-то плюс 38. Это вообще жарище. Собаки вообще не хотят выходить на улицу, только по большой нужде. Да, Джесси, сами гуляйте. Кто там говорил, что хаски должны жить на улице, им там будет лучше. Да, Джесси, сами гуляйте. Ну, скажи, дома неплохо. Да? Под сплит-системы. Отдыхаю. А вечером они с удовольствием гуляют. Да, Джессичка? Все, тихий час. Байкуша, слоник. Разлегся. Вот он, огромный мальчик. Сейчас жарко. Они не хотят особо кушать. Вес Байкуша уже не набирает. Все, он уже сформировался. Вот он, наш малыш, спит.